Три недели наши корреспонденты отвечают на ваши звонки после программы «Нота Бене». Целый час наш номер 222-700 открыт для общения. Александру Тимофееву этого показалось мало, и сегодня днем он собирал вопросы прямо на улице. Когда общаешься с человеком по телефону, то не всегда понятны мотивы, почему он задает тот или иной вопрос. Сегодня мы это исправим и спросим у людей на улицах. Извините, скажите, вы не хотели бы задать вопрос «Нота Бене»? Да, у меня есть один вопрос. Я проживаю в гостинице «Дружба», и у нас в гостинице до сих пор холодно. Меня интересует, когда в гостинице будет тепло. Слышал, что на дачных массивах можно прописаться. Правда ли это? Спасибо. Мы обязательно ответим на ваш вопрос. Впрочем, как и на все остальные, которые поступят от вас сегодня, сразу после программы «Нота Бена». Звоните, и я обязательно отвечу.